Донбасс бережно хранит память о героях Великой Отечественной войны. А тех, кто приближал победу над фашизмом, вчера вспоминали на торжественном митинге, который по традиции прошел на легендарном кургане Саур-Могила. 8 сентября республика отметила 77-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Герои шли, совершали подвиги, порой сами не сознавая, что это будет значить для будущих поколений. А цена этих подвигов – наша свобода, да и просто возможность жить. Курган символизирует свободу. Но наша освободительная война еще не окончена. Мы обязаны дойти до полной и всецелой победы. Это наш долг. Отдать дань памяти героям Великой Отечественной, которые сражались с захватчиками в 1943-м, и бойцам армии ДНР, погибшим при защите рубежей республики уже в наши дни, на Саур-Могилу приехали тысячи людей, в том числе и солидная делегация из Большого Харциска. На территории мемориального комплекса была открыта музейная экспозиция «Под открытым небом». Передвижная выставка разместилась у подножия кургана. Все ее экспонаты, конечно же, были посвящены событиям Великой Отечественной войны и героям былых сражений. На этой выставке представлено 15 широкоформатных планшетов, которые ярко иллюстрируют жизнь Донецкого края накануне войны, начало Великой Отечественной войны, Донбасскую наступательную и оборонительную операцию, освобождение города Сталина, рассказывает о ужасах, которые выпали на долю детей, активное участие женщин в годы Великой Отечественной войны и многое-многое другое. Под троекратный оружейный залп участники митинга почтили минутой молчания память героев-освободителей Донбасса, после чего возложили цветы к мемориалу, где выгравированы имена советских солдат, павших при штурме высоты. Цветами осыпали и могилы защитников республики, отдавших свои жизни за свободу и независимость родного края.